Приветствую, дорогие подписчики. Сейчас я вам просто покажу, в каком состоянии ягода на нынешний год. В этот год, где нет дождя. Что она собой представляет? Это сохнет на корню, что называется. Но вот она вот в таком виде, мелкая очень. Может быть, дождь пойдет, она преобразится, посочнеет, но сейчас она сухая довольно-таки. Это Бугульминская Белебеевская возвышенность. На ее вершине нахожусь. Места ягодные здесь. Но состояние их оставляет желать лучше. Вот таком. Конечно, полакомиться можно и пособирать что-то, но сохнет, сохнет, сохнет. Сохнет на корню. Вот такие, друзья. Вот такая ситуация. Здесь у нас сосновый лес. Там вышка, там солнце. Вот в таком состоянии сейчас. В таком состоянии находится ягода. Спасибо за внимание, друзья.